Вот оно, то самое озеро Гагара. Пойду вот на тот берег и сниму оттуда это место. Здесь я нахожусь. Тропинка. Там за деревьев павлинин. Пошел. Добрый путь. Постепенно отдаляюсь, я был вон там, снимал вначале. Сейчас уже дошел 25% до того места, куда я изначально должен был попасть. Там вдалеке лебедь, белый, причем здоровый экземпляр. И где-то проплывала то ли утка, то ли кто. Белая водоплавающая с черной спинкой. В кусты сейчас зашла. Или зашел. Утка. Рыба, кстати, появилась. Там одна всплывала. Сейчас вечерка начинается, гармешка. А вон развод даже видно. И вот здесь прыгала, прям спиной блеснула, я видел. Озеро называется Гагара. Здоровое по размерам. О, еще сыграло. Сейчас вечерка. Вот берег даже можно увидеть. Прозрачная вода. И уходит постепенно в глубину. Ну, неплохо. Тут хорошо на лодке поплавать. Отошел еще немножко подальше. Я стою прямо на дамбе. Подо мной дамба с бетоном, каменистым укреплением. Видно. Это у нас какой-то накопитель. А внизу река. Сейчас. А внизу речка, уходящая туда вдаль, которая, по всей видимости, и образует озеро, хотя нет, из озера она утекает. Значит, тут с двух концов, с одной части впадает речка в озеро, с другой стороны утекает, то есть с того берега впадает он, лебедь белый. С этого места можно и рыбу половить. Высота хорошая. Типа дамбы. Там, наверное, дренажка. Для проверки уровня. Вот. И вот дно обложено камнем. Вот этот вот пикничок делал прям на плитах. Да, дренажка. Обычно. Могут здесь водиться и раки. Спокойно. Ну что же, я добрался до какой-то опушки. Видимо, здесь отличное место для пикников. Сосенки растут. Как я понимаю, я уже на половине своего пути. Сейчас выйдем на такой мелкий типа мыса. Так, и вот здесь вот можно увидеть. Я снимал с того берега. И нам осталось пройти еще чуть больше половины.
часть, на тот конец, на тот край берега. Я ей говорил, как я и хотел, мой маршрут. И таким образом, по длине пройдем все озеро, озеро Гагара. Я не знаю, насколько хватит батарейки, она меня уже ликает, я больше не буду включать, тратить. Надеюсь, что выдержит. Ну что ж, добрался я до другого берега озера Гагара. Вот на том берегу я был недавно и дошел до другого конца. Так выглядит обстановка на этой части. В общем, маршрут проложен, построен. Сейчас пойду в обход. Не знаю, насколько затратно по времени. Может быть, час. Может быть, около часа. Но я вернусь туда. По правому краю сейчас отсюда. Ну и я пошел дальше. И вот такую, ребята, вещь вы увидели. Собирайте. Это что иное, как береста. Самая натуральная береста. Она горит, как бумага. Вам для розжига. Очень хорошо вам для розжига пригодится костра. Прям собирайте. Ножом поддевайте. Все берите. И тарьте себе. Это хорошая вещь. Самое то для костра. Вот это вот. Охренеть, град. Попал под град. Калининград. Синдон!